Из-за введенных правительством США и странами Евросоюза санкций и ограничений в отношении отдельных банков нашей страны, использование бесконтактных сервисов оплаты с помощью смарт-телефонов и других устройств для оплаты проезда в транспорте может быть затруднено или невозможно. Такое сообщение появилось сегодня на официальном сайте мэрии Сургута. При наличном расчете, а также по самим банковским картам с функцией PayPass никаких проблем быть не должно. Транспортные и льготные карты тоже работают в штатном режиме. Пассажиров просят отнестись с пониманием к ситуации и учитывать нюансы при поездках в автобусах по городским маршрутам.